Технопарк в Анториум теперь и мобильный. С новым оборудованием дополнительное образование смогут получить дети и юноши не только Магадана, но и всего региона. Мобильный Кванториум – это детский технопарк, оборудованный на базе транспортного средства и разработанный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Технопарк является структурным подразделением Магаданского областного учреждения детско-юношеского центра «Юность» и создан для освоения детьми дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности. Новое мобильное оборудование собрано под Москвой на Мытищинском приборостроительном заводе. Сегодня мобильный технопарк успешно доставлен в Магадан. Новое оборудование осмотрел глава региона Сергей Носов. Затем мобильный Кванториум отправится в городские округа. Есть территории, где также дети входят в школу, и даже до района доехать, значит, не всегда есть возможности, ну, может быть, желание и так далее, и тому подобное. И вот туда, прежде всего туда, в такие точки и должен приезжать этот современный тягач с современным оборудованием Кванториум. Я, чтобы охватить всех детей, всех учащихся новыми формами обучения, новыми методиками развития. Мобильный технопарк состоит из полуприцепа с 9-метровой платформой кузовом переменного объема. Конструкцию перевозит вездеходный тягач КАМАЗ, который способен добраться до отдаленных населенных пунктов Колымы. В планах команды мобильного Кванториума посетить 6 городских округов региона за текущий учебный год. Технопарк побывает в поселках Амсукчан, Сеньчан, Ягодная, Сусуман, Устемчук и Палатка по 2 раза продолжительностью в 2 недели.